Республика будет привлекать участников и ветеранов специальной военной операции к проекту «Время героев». Об этом РБК Уфа рассказал руководитель администрации главы Башкортостана Максим Забелин. Ранее во время своего послания Федеральному собранию президент дал старт проекту «Время героев». По его словам, эта образовательная программа позволит взращивать в стране подлинную, а не мнимую элиту. Тех, кто своим примером доказал верность Отечеству, проявил мужество при защите суверенитета России, участников специальной военной операции. Сбор заявок уже начался. Он ведется на специальном портале «Времягероев.рф». По словам Максима Забелина, уже сейчас возвращающиеся с зоны СВО включаются в работу в общественных организациях, политических движениях на региональном и муниципальном уровнях. Пока еще у нас основные наши герои находятся действительно там. Это есть коллеги, которые работали и в правительстве, и в администрации, и на муниципальной службе. Среди таких примеров, кто у нас вернулся, это наш депутат Артур Галеев, который, несмотря на довольно серьезное ранение, он получает сейчас высшее образование, работает в общественных наших различных направлениях и по линии партии «Единая Россия», и по линии сбора гуманитарной помощи, ну и в целом работает над теми проектами, которые показывает нашей молодежи, нашему подрастающему поколению своим примером, как надо становиться и быть настоящим защитником Отечества. По неуточненным данным, в специальной военной операции сегодня принимают участие от 20 до 30% жителей региона с высшим образованием. Этот критерий также является обязательным для включения в программу «Время героев».